Привет, подписчики и гости канала Олдсмейк. Я играю на Олдскрафте в Lucky Wars. Ну-ка. А, ничего путевого не выпало, конечно. Как всегда, как обычно, сейчас какие-то мобы выпадут. Как обычно, вот что-то... О, на Fire Aspect. На защиту от огня 1. Пойдет, конечно. Но надо нам на... Только не тебя, голем. Извини. Извини, что так с тобой обошелся. Извиняюсь. Это еще мне не хватало, блин. Генку выпил. И яблочко съел. Точно не умру. Там еще кто-то горит, тоже такая же ловушечка. Попалась ему. Так, так, так. Того моего соседа выкинул. Ну-ка, застрелим. Да, вот он. Этот выжил какой-то, благожитель. Этот-то выжил. Так, у меня яиц нету, чтобы его обкидать. Будем облутывать еще блоки, может что-то из броньки или оружия. Вот и брань. Она упала. Блин. Островочек такой маленький, тут все падает. Ой, даже не спрячешься нигде здесь. Это ведьму еще не хватало нам. Тут арбузики растут, можно покушать, еда бесплатная. Картошка вон там вон есть у нас. Хлебушек можно сделать, и, конечно же, можно сделать алмазный меч. Как же без него-то? Вот. Так, пишем. ВБ, Workbench. Уже на центре там дерутся. Не поделили центр. А у нас, видимо, шансов нет против этого игрока. У него меч какой-то зачаренный. А, даже не знаю, что... Что нам делать-то? Прятаться или воевать с этим игроком? Давайте попрячемся, может он нас не найдет, если у него читов, конечно, нету. Эта тактика помогает выявить читаков. Ну, конечно же, можно найти и по компасу. Это легко. В этом режиме победу решает не ПВП, а то, как ты умеешь выживать. Но мы пока что прячемся на шифте тут. Засели. Не знаю, это можно, но в правилах это не указано, что нельзя сидеть на шифте. Умение у нас не выбрано, не выиграли еще, или еще не добавили. Ника не видно. В полной темноте, но он явно не нуб, конечно, он явно не нуб. Ну-ка, ждем, ждем мы долго, ждем, возможно, я это вырежу этот момент, но не знаю, но... Если вы это видео видите, значит я выиграл. Да, да, дорогие друзья, я выиграл. Мы победили этого Леймана. Какой-то он, как абориген, абориген. Волосы какие. Ну, это было все. Спасибо за просмотр. Подписывайся и поставь лайк под этим видео. Пока-пока.